Очень интересный храм считается центральной купольной базиликой, трехапсидной центральной купольной базиликой. Одна из больших храмов VII века был разрушен вследствие землетрясения в 1840 году и еще пострадал еще от землетрясения 1926 года. Здесь используем два цвета камня, красный и... Восстановить в прежнем виде его можно, но очень сложная технология по восстановлению, потому что должны укреплять, создать новые конструкции, чтобы дополнительные конструкции, чтобы вот тяжесть купола мог держаться. Это, конечно, очень сложная по выполнению работа, но конечно, выполнимая. Потребуется несколько лет, я думаю, где-то около 5 лет, и где-то предварительная сметная стоимость, но можно сказать, от 700-800 до, может, достиг до 1 миллиона долларов. В 2022 году государство по бюджету выделило около, ну, примерно 300 миллионов армянских дирхам на восстановление памятников истории и культуры. В частности, в этом году это все средневековые храмы, в том числе и раннесредневековые храмы. Камни упали с кафедрального собора, а именно вот эти... И, конечно же, так как на территории Армении более 25 тысяч памятников истории и культуры, естественно, бюджета не хватает. Поэтому мы очень рады, когда меценаты вот приходят в министерство, и они сами дают деньги на восстановление храмов. Ինչնասած որոշել եմ այս կառույցը վերականգնեմ նրա համար, որ նախնիները ստեղից են եղել, ստեղ են ծնվել, մեծացել, ես էլ փոքրուց շատ եկի գնացել եմ, ու ոնց մեջս առաջացել այդ ցանկությունը վերականգնել, ու չաշված, որ ինքը 4 տարի կառույցա, ուզում եմ ես սկսեմ, հետո մեր փոքրերը։ Արխիվներից հանել ենք լրիվ գոյություն ունեցող փաստաթղթերը, լրիվ նկարները, ունենք ճարտարապետի կողմից հաստատված նախագիծ, նախարարության կողմից հաստատված նախագիծ, այդ հիմքերով անում ենք։ Ու քարերն էլ հիմնականում կա, մոտ 70% ունենք։
Здесь, естественно, будут богослужения, так как местные очень любят, местные жители очень любят, и до сих пор каждый день у них даже дни есть, когда они сюда приходят, и, естественно, будет здесь священник. Из-за землетрясения? Ну, или...